Всем привет, с вами Алекс и сайт mpc.by. В этом видео хотелось бы запустить Stalker Lost Alpha на суперслабом ПК. Два ядра, два оперативки, 630-я видеокарта. То есть это очень важно. Я хотел бы, чтобы именно эту модификацию, об этой модификации узнали как можно больше людей. Хотя вышла она уже фактически два, даже больше лет назад. Stalker Lost Alpha. Итак, очень крутая. Вот рецензия, 8 баллов. Это совершенно независимая модификация. Разрабатывалась с 2007-2008 года международной командой еще разработчиков, любителей. Совершенно бесплатно. Основные моменты я вам только зачитаю. Это просто 27 полностью новых локаций. Некоторые локации сделаны с нуля, полностью новая растительность, деревья, но и сюжет основной. На сюжете Тени Чернобыля, дополнительный сюжет и фриплей после игры. То есть очень круто, просто замечательная модификация. Ну и о ней еще более подробно в игре. Но давайте пока системки. Системки у игры небольшие, просто даже одноядерный теоретически хватит, но желательно двухъядерный, 2 ГГц и выше, 2 ГБ оперативки, видеокарта уровня хотя бы AT9800 или NVIDIA GeForce 7600, то есть очень слабенькие карты, обязательно файл подкачки. Так, на каком ПК я запускаю? Проц MDFX6300, 6-ядерный проц, но 4 ядра отключил, чтобы получить двухъядерный проц всего лишь. 2 оперативки, 10 гиг файл подкачки по стандарту и видеокарта GT630. Офисная, слабенькая, не игровая, несмотря на то, что там гигабайт видеопамяти. Это не игровая. Вот она. Вот все, что лучше, все, что хуже, аналоги от Redon, встроенные карты. Там еще ниже прикреплю табличку с ноутбучными видеокартами, чтобы вы ориентировались. Данная табличка будет по ссылке в описании, стройка слабой ПК для игр. Давайте все, отрубаюсь, захожу в Stalker Lost Alpha на супер слабом ПК. Погнали! Так, ну что, я в игре. Так. Так, я в игре, значит, настройки 1280 на 720, давайте, потому что слабенький ПК, и на самом деле игра требовательна к железу, но на минималках должно пойти. А, по-моему, динамическое, чего я статическое стало? Странно, статическое, сейчас перезагружу игру минималки, то есть все на минималке 1280 на 720. Давайте, сейчас перезагружу игру, пока, секунду. Так, ну что, все на минималке, все поставил статичной минималке, вообще посмотрим на этой системе, какой будет FPS в игре, давайте захожу. Так, ну что, я в игре, все, упал до 7-8 FPS, да, блин, все-таки нужно разбираться с платой видеозахвата, что-то не то. А, кстати, с ней немножко проблемы, возможно, мне не удастся ее адаптировать под слабый ПК, потому что она тоже имеет какие-никакие, но системные требования, и достаточно-таки серьезно. На самом деле 50 FPS, давайте, смотрите, вот сейчас я отрублю видео и врублю, смотрите на FPS. Ну, 37, 16 и упало сразу. Нет, 50, конечно, здесь это, если посмотришь куда-нибудь в какой-нибудь дом, да. А так нет, 35 в основном, то есть чуть выше 30 прыгает FPS. Здесь сталкеры. Не обращайте внимания, что он мне сейчас 5,6 показывает. На самом деле выше 30 на этой системе, на этой слабенькой видеокарте можно поиграть в суперский просто Lost Alpha. Но, конечно же, желательно в него играть на максимальной графе. Но если у вас нет возможности, вы можете насладиться атмосферой, перестрелками и вообще даже ну, вообще зоной и даже на таком слабом ПК. Оперативки ждет на супер низких 200, видеопамяти 220 мегабайт, и очень мало. То есть хватит видеокарты здесь даже 10-13-летней давности. То есть, не, ну 13 нет, 10, да. 10, да. Так, оперативки жрет 1300 с подкачкой 2,5. То есть, если у вас меньше 3 гиг памяти, ставьте файл подкачки, потому что игре будет маловато. Да здесь он в любом случае нужен, файл подкачки. Это особенности игрового движка. Так, значит, да, проц. Сейчас давайте без записи видео посмотрю. Возможно, упирается во что-то большее, в видеокарту или в проц. Секунду. Без записи видео всего лишь проц одно ядро на 80 прогружено, второе на 15, видеокарта примерно наполовину. Но понятно, что будут какие-то более другие локации, там немножко по-другому будет загружено, но в то же время вполне себе норм, можно играть. У меня какое-то сумасшедшее здесь оружие, но здесь уже у меня игра пройдена, это уже фриплей. Если есть какие-то побочные квесты или куда-то не попал, то здесь можно, могу сейчас все это обшарить и так далее и тому подобное. Найти кочевника на радаре. Окей, можно будет сделать. Так, ну что скажу по Lost Alpha. Чем именно уникальна модификация? Тем, что разрабатывалась почти вот сразу после выхода Сталкера оригинального. Ну, фанаты, так сказать, знающие люди увидели, что в Сталкере чего-то не хватает.
А не хватает всего того, что поначалу разработчики обещали и говорили. И вот они решили, что, ну, было бы неплохо все это вернуть. Собрались, достали какие-то старые материалы, билды, что-то разработчики даже им отдавали. То есть они даже разработчики одобрили модификацию и как-никак помогали. Потому что здесь Stalkers Lost Alpha просто огромно. Но в то же время оригинал, ну, на старте тоже все-таки Lost Alpha содержала много ошибок, всевозможных багов, поэтому обязательно нужно играть с патчами, а еще лучше с другими какими-то модификациями, в том числе Alpha Eclipse от мерзавки, тоже советую, чуть что играл, очень круто. Но в то же время, смотрите, в общем-то, на ваш, возможно, вам и не нравится данная серия, подзабыли уже про старый добрый Сталкер. Кстати, напомню, насчет второй части полностью ноль сейчас. Даже не думайте, что если казаки вышли, то третья часть, хотя это, в общем-то, ремейк был, просто бабла, по большому счету, срубить. Но ребята вернулись, создали студию, возможно, будут еще что-то делать. То есть, ну, пока им нужно было так немножко... начальный такой проект, но по Сталкеру 2 вообще ноль, вообще тишина, даже и близко никто палец о палец не бьет, тем более Сергей Григорович вообще по нулям тишина. Вот такие дела, в общем-то на суперслабом ПК можно поиграть в Stalker Lost Alpha, сорян, что здесь низкий FPS, но это из-за записи видео, все, попытаюсь разобраться с этой картой, даже отдельным таким девайсом видеозахват, он очень крутой, но нужно разбираться. Я пробовал там поначалу, как только купил пару недель назад, немножко не пошло, я пока забросил. Ну да ладно, нужно начать с ним разбираться. Все, в общем-то на этом пока все. Stalker Lost Alpha можете поиграть на супер-супер слабом ПК и ноуте. Все, на этом пока все. Не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК, там вы можете предлагать игры на тест, что-то писать, советовать, рекомендовать. О, тихо, меня что-то колбасить начало. Так, все, на этом пока все. Перехожу к другим играм. Кстати, запущу еще вот Lost Alpha на среднем ПК, на максимальном графене, удастся ли. Посмотрим, какая же здесь приятная картинка растительности. И все. На этом пока все, с вами был Алекс и сайт Ремпи. Спасибо за просмотр.